Многократная чемпионка Украины по латиноамериканским танцам, финалистка Блэкпульского чемпионата, финалистка чемпионата Британии, очаровательная девушка, красавица, принцесса, богиня Дарья Марющенко сегодня в провокаторе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, лайки, звоните в них, пишите комментарии и живите полной спортивной грудью. Я в шоке. Я думал, танцы это просто. Нет, это очень дорого. То, что нравится мне, не пробовал никто. Если ты не бывал на Блэкпуле, то считай, ты просто не танцевал. Деньги выделяются. Но кому они выделяют? Их никто никогда не видел. Дело в том, что в танцах большинство либо они традиционной ориентации, либо они бабли. Нормальных очень маленьких процентов. Потому что нам еще родители сверху говорили, что вы такие рагули. Ну, я чуть не начала курить таким стрессом на самом деле. 13 лет. То есть у меня вообще, в принципе, все было. Синяка в зеленке, я вообще неадекватная была какая-то. Вы когда-нибудь видели, как выглядит ребенок без детства? Вот оно.